вот если вот этот винегрет из людей замесить, как бы, либо это приведет к тому, что мы раз и навсегда поймем, что нет. Давайте дадим блогерам семьи. Если кто-то хочет с ним работать, то он не будет. Либо наоборот, как бы, потому что это сразу. Знаешь, что меня раздражает лично в этой ситуации? Меня вот просто вот так вот раздражает, когда меня называют журналистом. А, вот журналист, вот, а, журналист не это, 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 на чем останавливается мой себя? То, что привлекает мое внимание, то, что остается у меня в памяти, то, что дает мне впечатление и то, на что, ну, понимаешь, ну, то, что нравится или не нравится. То есть это не просто вот на яркую картинку, там, на этот вот доставший всех мусор и все что угодно. Я очень хочу, чтобы подобное действие, которое вот мы задумывали, чтобы оно было интересно с развитием для молодежи, в первую очередь, нормального нашего опыта жизненного, с нашего там 40-летнего и всего чего угодно, или там опыта в интернете, вот оно как раз может работать. Потому что вот я знаю по себе, я знаю по своим ближайшим друзьям, когда они смотрят какие-то фотографии, читают какие-то тексты и говорят, блин, почему вот я это не заметил, почему я так не написал, почему я так не сфотографировал, почему я очень надеюсь, что он будет предприятие, тогда это будет хорошо. Если это будет